Перед началом нашей практики мы выполним небольшую разминку, чтобы разогреть наше тело. Продолжаем сидеть в простой позе со скрещенными ногами. Кладем руки на колени. Сейчас мы выполним скрестные круги. Представляем, как будто мы подвешены макушечкой за потолок. И мы будем делать вращение вокруг своей оси. То есть голова у нас не болтается, а мы вокруг головы движемся. Сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. Направление на вдохе. Прогинаемся вперед, на выдохе назад. Делаем круговые движения и синхронизируем движение и дыхание. Вдох вперед, выдох назад. Вдох вперед, выдох назад. Во время всей практики стараемся глаза держать прикрыты. Концентрация вовнутрь себя. Синхронизируем дыхание движения. Вперед вдох, назад выдох. Каждый со своей амплитудой. Постепенно уменьшаем амплитуду, замедляемся и останавливаемся в центре. Делаем вдох. И раскручиваемся в противоположную сторону. Замедляемся. Останавливаемся в центре, глаза закрыты, глубокий вдох, задержка дыхания. И с выдохом расслабляемся. Следующее упражнение на нашей руке. Располагаем руки на плечах, большие пальцы сзади, остальные пальцы впереди. Локти параллельно полу, не поднимаем выше, не поднимаем ниже. Строго параллельно полу. На вдохе мы будем поворачиваться влево, на выдохе вправо. Вдох влево, выдох вправо. Дыхание мощное. Мысленно про себя повторяем на вдохе сад, на выдохе на. Каждый в своем ритме. Дыхание мощное. И останавливаемся в центре, делаем глубокий вдох, задержка, подтягиваем корневой замок, легкая головоломка. Выдохом расслабляемся, кладем руки на колени, ладони смотрят вверх, пару циклов дыхания. Еще упражнение на разминке.
Открываясь в исходном положении, берем себя за голени на щиколотки. Мы сделаем прогибы позвоночника вперед и назад. Спина ровная, плечи отведены назад. На вдохе мы прогинаем позвоночник вперед, поднимаем грудную клетку вверх. На выдохе округляем спину. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Дыхание мощное. И начали. Обычно каждый в своем темпе, с любовью к своему телу. И останавливаемся в центральном положении. Делаем глубокий вдох. Глаза остаются закрытыми. Концентрация в точку межбровья. Подтягиваем лопатку. И с выдохом расслабляемся. Кладем руки на колени. Ладонями вверх. Наблюдаем. Наблюдаем за своим телом. Слышим свое дыхание. Сейчас мы не подтянемся на процедуру выполнения нашей кри. Перед началом кри попейте немного воды. Первое упражнение нашей кри. Мы пересаживаемся в позицию пятки колени. Если кому-то некомфортно сидеть в такой позиции, можно подложить под ягодицы подушечку. Или, на крайний случай, можно остаться в простой позе. Вкладываем руки в молитвенное мудре перед в районе сердечного центра. Из этой позиции поднимаем руки вверх над головой. Руки остаются на намасте. Делаем глубокий вдох. На вдохе задержка дыхания. И качаем пупком. Подтягиваем пупок. На задержке дыхания, на вдохе качаем пупком. Качаем настолько, насколько нам позволяет наша задержка дыхания. Потом делаем выдох, расслабляемся. Снова делаем вдох, задержку дыхания. И опять продолжаем качать пупком. Упражнение будем выполнять в течение 2 минут. Каждый в своем ритме. И приступаем. Вдох, задержку, качаем пупком. На выдохе расслабляем дыхание, снова вдох, задержкой качаем пупком, подтягиваем пупок к позвоночнику. Глаза остаются прикрытыми, концентрация в точку межбровья. Данное упражнение стимулирует пищеварение, работают третьи чакры, манипуры, чакра, которая отвечает за наше сознание, за наше своем ритме, задержка, качаем пупком, задержка дыхания на вдохе. Осталось чуть меньше 30 секунд. Держимся.
Итак, следующим вдохом, делаем глубокий вдох, задерживаем, подтягиваем энергию вверх. И с выдохом расслабляем позу. Кладем руки на колени ладонями вверх. И несколько циклов дыхания. Глаза закрыты. Концентрация вовнутрь себя. Наблюдаем за своим телом. Следующее упражнение. Остаемся в исходном положении на пятках коленях. Берем руки в замок медведя. Замок медведя, левая ладонь от себя, правая ладонь к себе. Захватываем руки в замок. Опять же делаем глубокий вдох и на вдохе задержку дыхания. И растягиваем замок в стороны. Растягиваем замок в стороны на задержке дыхания на вдохе. Потом расслабляем замок на выдохе. Снова делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание на вдохе. И растягиваем замок. И приступим. 2 минуты. Руки расположены на сердечном центре. Делаем вдох, задержка, растягиваем замок, растягиваем. Ощущаем наш плечевой пояс. Лопатки, грудную клетку. Данное упражнение очень хорошо прорабатывает сердечный центр и белочковую железу. Глаза прикрыты. Все внимание вовнутрь. Осталось чуть меньше минуты, продолжаем. Растягиваем руки за лоб. На вдохе на задержке дыхания. Выдохом расслабляем за лоб и продолжаем. Осталось 30 секунд. Держимся. И со следующим вдохом делаем задержку дыхания. Растягиваем замок, напрягаем все тело и с выдохом расслабляемся. Кладем руки на колени. Если у кого-то устали ноги, нужно немного вытянуть ноги, потрясти ими, расслабить. Следующее упражнение Машукрия. Остаемся на пятках колени в исходном положении. Берем руки в замок Венеры. Складываем руки в замок Венеры, складываем их на затылке, за головой. Локти разведены в стороны, спина ровная. Исходное положение вверху вдох и внизу выдох. Стараемся коснуться пола лбом. При этом не отрываем пятки ягодицы от пяток. Вдох вверху, выдох внизу. Вдох вверху, выдох внизу. И начнем в течение 2 минут. Данное упражнение очень хорошо проработает наш позвоночник, разогреет его, придаст ему гибкость и здоровье. И начнем. Вдох вверху, выдох внизу. Синхронизируем дыхание и движение.
Слышим твое дыхание, оно мощное, глубокий, мощный вдох, мощный выдох. Осталось чуть меньше минуты. Центральном положении наверху. Задержим, глаза закрыты, концентрация вовнутрь себя. И с выдохом расслабляем позу. Глаза остаются прикрытыми, можно медленно перейти, расслабить ноги. Следующее упражнение нашей кри. Присаживаемся. Ноги перед собой. Ступни натянуты на себя. На вдохе мы делаем замок из трех пальцев. Большой указательный средний. Этим замком мы будем захватывать большие пальцы ног и стараться надавить на ногтевую пластинку большого пальца ног. То есть мы садимся с прямой спиной. На вдохе спина ровная. С выдохом опускаемся от поясницы к ногам. Захватываем в замок большие пальцы ног. Опускаемся от поясницы на бедра, голова продолжение позвоночника. И в таком положении мы будем медленно и глубоко дышать. Просто опускаемся от поясницы на бедра животом и медленно глубоко дышим в течение 2 минут. Иначе. Вдох в центральном положении. Выдохом опускаемся, захватываем замок и глубоко дышим, концентрация вовнутрь себя. Чувствуем, как у нас растягивается поясница, задняя поверхность бедер. Наш жизненный мир. Если вы не достаете до пальцев ног, можно оставаться в любом удобном вам положении. Основное условие, чтобы спина оставалась ровной и ноги были прямыми. Данное упражнение поможет вам распределить энергию, которую мы сгенерировали в течение предыдущих упражнений по всему телу. Остаемся. Движение не нужденничье. Мы просто остаемся в этом положении и медленно глубоко дышим. С каждым вдохом мы опускаемся все ниже, расслабляем поясницу, расслабляем ноги. Осталось еще 30 секунд. Продолжаем.
По уму медленно дышим. А следующим вдохом поднимаемся вверх. Делаем глубокий вдох и на выдохе снова опускаемся вниз. Затягиваем себя еще больше в позу и еще больше добавляем расслабление. Со следующим вдохом медленно поднимаемся в исходное положение. Стараемся глаза держать прикрытыми. Садимся в позу со скрещенными ногами. Сделаем несколько циклов глубокого дыхания. Ощущаем наше тело. Следующее упражнение нашей крии – это вращение головой. Оставаясь в простой позе, опускаем голову в грудной клетке, подбородок смотрит вниз на выдохе. И со вдохом начинаем вращение головой по часовой стрелке. С выдохом опускаем голову вниз, на вдохе голова идет вверх. И приступим. Сначала по часовой стрелке, вдох внизу. Прокатываем голову в правую руку по поверхности спины к левому уху и опускаем голову вниз. Бережно, гарантированно. Выполняем это упражнение с наслаждением. Синхронизируем движение и дыхание. Голова опускается вниз, выдох. И на вдохе голова поднимается вверх. Останавливаемся в нижнем положении на выдохе и продолжаем движение в противоположную сторону. Данное упражнение улучшает кровообращение головного мозга. И останавливаемся в центральном положении, делаем вдох. И с выдохом расслабляемся. Следующее упражнение нашей крии, наверное, многим из вас известно. Это знаменитая кошка-корова, поэтому мы переходим в положение на четвереньки. Отстраиваем нашу позу. Отстраиваем позу таким образом, что у нас колени находятся под бедрами, а ладони находятся под плечом. На вдохе мы прогибаем спину, как будто кто-то сел нам на спину, и поднимаем лицо вверх. На выдохе подтягиваем живот к позвоночнику, подбородок к грудной клетке. И так продолжаем. Вдох. Прогибаем спину, задержка, и каждый в своем ритме продолжает
Вдох в верхнем положении, выдох внизу, подтягиваем живот, позвоночник. И продолжаем каждый в своем ритме. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дыхание мощное. Подгибаем спину, поднимаем лицо вверх, на выдохе подтягиваем живот к позвоночнику, подбородок к грудной клетке. Дыхание мощное, каждый в своем ритме, бережно к своему телу. Осталось чуть меньше минуты. При желании можно немного ускориться. Трансформируем нашу сексуальную энергию, работу второй чакры, работу пищеварения и третьей чакры. И заканчиваем нашу упражнение на вдохе. Прогибаем спину, поднимаем лицо вверх, задержка дыхания. Выдохом подтягиваем живот к позвоночнику, подбородок подтягиваем к грудной клетке, задержка дыхания. Вдох в центральном положении. И со следующим выдохом опускаемся на пятки, складываем руки перед собой в молитвенной мудре и опускаемся на пол, кладем лоб на пол. И глубоко дышим, расслабляем спину. Концентрация в точку межбровья. Расслабляем спину, ощущаем наш позвоночник. Дышим в третий глаз. Следующим нашим вдохом медленно поднимаемся в исходное положение. Пересаживаемся на простую позу со скрещенными ногами. Делаем несколько циклов дыхания. Ощутим наше тело, ощутим изменения в нашем теле. И приступим к следующему упражнению. Остаемся в исходном положении со скрещенными ногами. Мы будем выполнять подъемы плеч. На вдохе мы поднимаем левое плечо, на выдохе правое. Вдох левое плечо, выдох правое плечо. Дыхание мощное. Каждый в своем ритме в течение двух минут начали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Руки расположены на коленях, свободно лежат. Вдох, выдох. Сад на вдохе. Мысленно произносим про себя сад, на выдохе нам.
Продолжаем, каждый в своем ритме. Дышимся, дышим. Синхронизируем дыхание и движение. Осталось чуть меньше минуты. Продолжаем. Последние 15 секунд движем плечами. И останавливаемся в центральном положении. Вдох. Задержка, легкий корневой замок. У нас осталось еще два упражнения нашей крии, перед которыми рекомендуется сделать небольшую шавасану. Поэтому укладываемся на спину. Буквально в течение 3-4 минут мы сделаем небольшую шавасану, распределим энергию по нашему телу, отдохнем немного и приступим. У нас осталось еще два упражнения нашей книги. Укладываемся на спину. Ноги раскинуты в стороны. Руки параллельно полу. Ладони смотрят вверх. Глаза закрыты. И начинаем глубоко и медленно дышать. Расслабляем наше тело, расслабляем ноги, руки. На следующем вдохе и выдохе расслабляем наш таз, живот. Еще глубокий вдох, выдох, отпускаем все ненужное, отпускаем под землю. И со следующим вдохом, выдохом берем себе то, что нам необходимо в жизни. Боги, кости, банки. Глубоко. Расслабляем грудную клетку. Ощущаем нашу грудную клетку. Расслабляем наше лицо, расслабляем нижнюю челюсть, ноги, глаза, глубоко дышим. Каждым вдохом и выдохом будем еще больше расслабления. Мысли могут приходить, имея право места вы, пусть они приходят, и опускаем их дальше. Внимание на свое дыхание и расслабление.
Продолжаем медленно дышать. Они свободны. Шавасана, бодрое расслабление. Она укрепляет всю нервную систему и помогает расслабить основные группы мышц. Сейчас сделаем еще один глубокий вдох, выдох. И медленно-медленно пошевелим пальцами ног. Еще глубокий вдох, выдох. Повернем голову влево, вправо. Повторим это движение. Делаем расслабление приятно. Можно сделать несколько кошачьих подтягиваний. Подтягиваем колени в грудной клетке. Покатаемся немного вправо-влево на крестце. Расслабим нашу спину. Со следующим вдохом подтянем голову к коленям. Покатаемся на позвоночнике вперед-назад. Вернем наш позвоночник в нормальное состояние. И со следующим вдохом возвращаемся в исходное положение. Садимся со скрещенными ногами. Можем немного попить воды. Глубоко дышим, восстанавливаемся. Следующее упражнение нашей крии – это поза треугольника. Мы все прекрасно знаем, как выглядит треугольник, да? То есть у нас получается прямая линия от ладони до копчика и от копчика до пяток. При этом спина у нас остается прямой, ноги, задняя поверхность ног остаются прямыми. Мы тянемся пятками к полу, голова расслаблена и спина прямая. В таком положении, в позе треугольника, мы будем дышать медленным глубоким дыханием в течение 2 минут. Итак, переходим в исходную позицию, позу треугольника. Устанавливаем руки на пол, упираемся пятками в пол и поднимаем таз, копчик вверх. Расстояние между ног на ширине бедер и расстояние между рук на ширине плеч. Голова свободно свисает вниз, спина прямая. Стараемся пятками достать до пола. Встаем в исходное положение и медленно глубоко дышим.
Медленно, глубоко, продолжаем. Становимся пятками, тянемся к полу. Голова свисает в расслабленном состоянии, спина прямая. Ощущаем наш живот с каждым вдохом и выдохом. На вдохе живот немного идет, втягивается в себя, на выдохе немножечко надувается, дышит. И заканчиваем наше упражнение, делаем глубокий вдох. На выдохе опускаемся на пятки. Наклоняемся вперед, укладываем лоб на пол. Руки располагаем сзади и расслабляем спину. Глубокое расслабление. Расслабляем нашу поясницу, расслабляем ее. И медленно возвращаемся в исходное положение. Садимся так скрещенными ногами. И немного восстановим наше дыхание, понаблюдаем за нашим состоянием. Глаза закрыты, внимание вовнутрь себя. Слышим свое дыхание. Мы возвращаемся, открываем глаза. У нас осталось последнее упражнение нашей тренинга перед нашей медитацией. Это очень веселое упражнение, и оно называется «Ходьба слона». Как оно выполняется? Мы встаем на ноги, захватываем себя за щиколотки, ноги остаются при этом прямыми, и мы медленно, каждый в своем ритме, кто-то быстрее, кто-то медленнее, ходим в позе слона по коврику взад-вперед. Поэтому встаем на ноги, поднимаемся на ноги. Поднимаемся на ноги. Захватываем за щиколотки. Опускаем живот ближе к коленям. И с прямыми ногами начинаем ходить по коврику. Очень веселое упражнение. Я надеюсь, у каждого из вас будет самый веселый слоник. И пошли. В течение 2 минут ходим. Делаем это упражнение с настроением весело. Данное упражнение работает с электромагнитным полем и с нашим аурой, и с нашей аурой, а также хорошо стимулирует наше пищеварение. Продолжаем упражнение. Ходим. Ноги остаются при этом прямыми.
Осталось еще 20 секунд. Продолжаем веселое упражнение с улыбкой, с настроением. И останавливаемся. Делаем глубокий вдох. Выдох. И садимся в исходное положение с открытыми ногами.